Приморье получит дополнительную федеральную поддержку для ликвидации ЧС. Ситуации в крае ознакомился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Сейчас активно идет подсчет ущерба от удара стихии. Он серьезный. Пострадало более 5000 домовладений, повреждены или разрушены десятки километров дорог, мосты, а также пострадали социальные объекты. Мы с сегодняшнего дня существенно увеличили количество комиссий. Пригласили из районов, из городов, вот, с тем, чтобы буквально за несколько дней сейчас пройти, определить масштабы ущерба непосредственно по тем выдачам, которые положены людям, значит, по частично или по полностью пострадавшему имуществу. Поэтому такую работу, я думаю, что предварительно, конечно, по оценкам мы закончим в ближайшие буквально дни на следующей неделе. Вот, и представим все необходимые документы для уже обращения правительства Российской Федерации по тем мерам поддержки, которые могут помочь субъекту максимально быстро ликвидировать последствия. Но самое главное – решить вопросы с выплатами людям денежных средств. По словам руководителя Минвостокразвития, президент Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации в кратчайшие сроки рассмотреть заявку о дополнительной поддержке пострадавшему от тайфуна региону. Напомним, с 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера. Наводнения вызваны мощным тайфуном и длительными дождями в первой половине августа.